Третий праздничный выпуск Спольный ТВ приветствует вас. И его ведущие София Донали и Ролан Засеев. На Спольном переулочке мерцают огоньки, а во дворах под елочкой стоят снеговики. И весело мерцается на ветках огонька, и звезды улыбаются снеговикам и нам. А вниз по школьной лестнице летит честной народ. Ура! Пришли каникулы и праздник Новый год! Сияние глаз и веселье час. Кружится в танце, мне так нравится, нравится. Хлопушек гродит мороз мешком и светит ярко всем нам ёлка красавица. Жди, не жди, а Новый год обязательно придет. Он придет без опоздания, без задержки по пути. Не обманет ожидания, он не может не прийти. С новой пылью, с новой сказкой он придет тот самый час, как часы на башне с Пасхой нам пробьют 12 раз. Новый год самый волшебный, добрый, семейный праздник в году. С новогодними пожеланиями к нам хочет присоединиться директор школы Наталья Михайловна Симонова. Дорогие друзья, уходит в историю еще один год. Это был сложный год для всех. Сам того не желая, 2020 внес изменения в привычный для нас с вами уклад жизни. Но несмотря на все трудности, этот год научил нас ценить время, ценить друг друга. А самое удивительное, мы научились быть ближе, несмотря на то, что работали и учились на расстоянии. Непростой год дал понимание того, как мы дороги друг другу, и что мы можем легко справиться с любым испытанием, если будем вместе. Я хочу выразить огромные слова благодарности всему педагогическому коллективу и сотрудникам школы за стойкость, терпение и за желание не останавливаться. Я желаю вам, чтобы предстоящий год был спокойным, полным оптимизма и радостных надежд. Дорогие ребята, дорогие мыслители, вы удивили нас своей целеустремленностью, своей самостоятельностью, волей к победе. Пусть в новом году вам всегда и во всем сопутствует удача, успех и везение. Дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть Новый год будет щедрым на яркие, приятные сюрпризы. И пусть всегда нас окружают любимые люди. И все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется. А ты знаешь, что Новый год в нашей стране отмечают 11 раз? Сколько? Да, 11. А это из-за того, что Россия поделена на несколько часовых поясов. И Новый год приходит нам 11 раз, а значит, можно 11 раз загадать желание. Вот здорово! Наших замечательных учителей поздравляют ученики 6 В класса. Главное их желание поскорее оказаться в школе. Ура, ура, учителя! Мы в Новый год вас славим и говорим спасибо вам. Тепло сердец вам дарим. Чтобы Новый год вам пожелать здоровья и терпения, чтобы корону всем нам снять, вернуться к обучению. Еще желаем вам добра и радости сердечной. Пусть прокричим мы вам ура уже при личной встрече. Ура! А ты знаешь, что настоящим новогодним подарком стала премьера театральной студии «Небо в ладонях» по пьесе Бернарда Шоу «Моя прекрасная леди». Юмор, песни, танцы – все есть в этом спектакле. И я желаю, чтобы все...
те, кто не смог его увидеть в этом году, смогут побывать в следующем. Если кому-то надоест ходить в кино, кататься на коньках, на санках, то всегда можно подучить английские скороговорки. Да, как ученики 3-х и 4-х классов, которые устроили конкурс «Мистер и миссис Tongue Twister», чтобы говорить как настоящие леди и джентльмены. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Betty butter, but some butter, but she said the butter bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So was better Betty butter, but a bit of better butter. George Sam Carl Hall, George see both the mass, George three girl boy in their hands I got a toy. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? To begin to toboggan, first buy a toboggan, but don't buy to bake a toboggan. To bake a toboggan is to bake a toboggan, to buy to begin to toboggan. He threw three free throws. If you choose shoes, shoes you choose, the shoes he choose. Sing a song but not too long. Play ping pong, go to Hong Kong. Say to a king and put a sing. Bang the jaw and sing no more. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. I see a pen on the desk, I see a hand at the door. I see a clock on the bench, I see a cat on the floor. This is a mouse, she lives in a house. This is a cat, he is very fat, because he lives in a house and he likes to eat a mouse. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he wood as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. My cat is black, my cat is fat, I like my cat, it is my pet. My cat is black, my cat is fat, I like my cat, it is my pet. There is a sandwich, and the sandwich was sent by a sandwich. A big black bug, but the big black bear, but the big black bear be the big black bug bug. I am a thistle sifter. I have a sea full of sifted thistles and a sea full of unsifted thistles, because I am a thistle sifter. How much wood would the woodchuck chuck if a woodchuck call chuck wood? А ты знаешь, что вся школа недавно участвовала в сборе подарков для школы-интерната имени преподобного Сергия? Спасибо всем участникам благотворительной акции. Это стало традицией школы. Ребята, большое спасибо за все подарки! Новый год! Да! Дорогие друзья, мы поздравляем вас с Новым годом! И желаем в 2021 году быть упорными, настойчивыми и добиваться своих целей. Или, короче говоря, взять быка за рога.